Приветствую вас на канале Хастамания на 6 сотках. Сегодня у меня будет пересадка огромного куста хосты. Мой любимейший сорт лукоморин, но этот красавчик разрастается. Я неверно когда-то выбрала место посадки. Нет, я место посадки верно выбрала. Но дистанцию между хостами я выбрала неверно. Теперь я занимаюсь тем, что пересаживаю свои хосты. А так как сейчас активный период нарастания корневой системы, я думаю, что это именно тот момент, когда можно этим заниматься. Поэтому вот этот куст я сейчас выкопаю. Ямка для него уже готова. Осталось ее пролить. И покажу вам, как я ее поделю. Потому что делить я тоже буду... Ну как, я вам просто покажу, как я ее буду пересаживать. Вот и все. Выкопала я свою красавицу. Вот какая огромная корневая система у нее. Просто огромнейшая. Видите, вот это вот все. О, какие корни у нас красивые, здоровенькие. Сейчас я вам покажу, что я с ней буду делать. Мне надо отделить кусочек невестки. Поэтому сейчас я вам все покажу. Одной рукой снимаю, беру шланг и вот так вот все вымываю. Вымываю, промываю, чтобы очистить все корешочки. Для того, чтобы потом было видно, где лучше резать. Вот, ну, смысл вы поняли, да? Промываю. Вот так вот. Ну, вымыла корешочки. Вот смотрите, вот нарастают молодые. Здесь у меня теперь четко видно, где можно поделить. То есть я вот поставила на стол в тень. Видите, сейчас я нож у меня продезинфицирован. Обычный нож, вот такой рабочий, любимый старый нож, который не заменит мне ни один новый инструмент. Все вот это вот поубираю. И сейчас я ее поделю. Буду выбирать. Видите, вот тут вот надо выбрать так, чтобы ничего не зацепить и хорошо разделить. Для чего вымывается земля? Для того, чтобы вот как раз и увидеть, как лучше нам сделать этот рез. Корневая великолепная, чистюсенькая, хорошая, умничка. Это одна из первых моих хост. Вот какую корневую она нарастила за 4 года. Но пришло ее время, пришлось мне ее пересаживать. Чистенькие резы, вот такие вот красивые, видите, за счет того, что у меня было все промыто, я прекрасно разделила, все деленочки целые. И теперь что сделаю я? Я сейчас, у меня ничего больше сегодня нет, обычным йодом прокапаю, вот чуть-чуть прокапала, и оставлю ее на полчасика, чтобы она впиталась. И вот я делюсь с вами, как это делаю я. Вот она полежит, сейчас это все залечится ей раночка, и я ее посажу. А этот кусочек у меня поедет к другой хозяечке. Вон какие корни хорошие. Видите, как чудесненько разделилось. Все лишние, которые вот такие вот корешочки, эти обрезанные, надо повычищать, чтобы они не оставались. Я прощаюсь с вами до следующего видео на моем канале. Моя красавица перенеслась на новое место жительства. Я ей сделала хорошую луночку, подлила водички. И пусть теперь растет на радость всем нам. Я прощаюсь с вами до новых видео на моем канале.